Наташа, хочу оставить видеоотзыв с благодарностью тебе за то, что вместе с тобой, с твоей помощью нормализовалось мое здоровье, улучшилась моя жизнь. У меня стало больше энергии, лучше стали волосы, да, то есть у меня очень сильно выпадали. Мне даже казалось, что я скоро облысею, но, слава богу, все прекрасно, все микроэлементы мы с тобой закрыли, нехватающие в моем организме, все дефициты, у меня лучше стала кожа, но самое главное, что у меня пошел на уменьшение эндометриоз. Я думаю, что это проблема очень многих девушек. Но мы с тобой, слава богу, с этим справились, и все идет на улучшение. Я очень рада. Еще раз от всего сердца хочу сказать спасибо за твой труд. И здоровье – это самое важное, что у нас есть. Если есть здоровье, то все будет прекрасно. Я тебя благодарю.